Зрелищные бои в Сочи, они проводятся нечасто, а потому интерес к ним огромный. Сегодня на ринг ночного клуба «Малибу» выйдут бойцы тайского бокса, смешных единоборств и греплинга. Весовая категория основная будет, это первый средний вес, 70 килограмм, 77 килограмм. Бойцы с очень хорошим рекордом, будет серьезное зрелище. Есть принципиальные между собой соперники, есть ребята, которые будут выступать в ближайшее время за границей, за пределами, за рубежом, в Америке будут драться. То есть мы уверены, что будет очень серьезный турнир. А накануне прошла процедура взвешивания, которая показала, все бойцы турнира соответствуют своим весовым категориям. Но эмоции накануне боев уже зашкаливают. Дуэль взглядов. Смотри, подходи. На Кубке Малибу выступят два профессиональных бойца греплинга. Они покажут совмещенную технику различных видов бойцовских дисциплин. Это один из видов спортивного единоборства. В Сочи он только начинает интенсивно развиваться. Греплинг – это как бы борьба. Если говорить, скажем так, на английском, это submission fighting, то есть борьба до сдачи. То есть разрешается делать все, кроме ударов. То есть удушающие приемы, болевые, руки, ноги, броски, все что угодно. То есть это вид спорта, в котором все борцы, абсолютно все, вольного стиля, самбийцы, зависимости, могут, скажем так, состязаться силами. То есть универсальная борьба для всех. Еще ее на русском называют тактическая борьба. Среди участников турнира по боям без правил много сочинских спортсменов. Первый профессиональный бой состоится для Григора Матевосяна, к которому он очень долго готовился, тренировки утром и вечером, а его соперник уже определен. Это Даниил Кулаков из Краснодара. Это у меня будет первый поединок. Я вот готов. Я хочу показать себя уже на высшем уровне. Бои начнутся в 21 час в ночном клубе «Малибу» у Южного Мола. Елена Овсецна, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.